Thank you.
是说我Thank you.
Thank you.
干净。弄了，先给你拿个给你。Положи ногу. Сядь на задницу. Вот, сядь на задницу. Ты ноги вот колени здесь, на оба колена. Давай тяга. Вот развивайте тягу. Не ты, он. Он тебя должен оторвать твою задницу. Здравствуйте. От татами оторвать. Асус, радикал Асус, Маша. Радикал Аша. Так, недалеко уползешь. Понятно, да, ребят? Вот такое упражнение. Еще она делается одной рукой за локоть, одной рукой за отворот. То есть вот тогда вы тяги наработаете. Не у чекоми вот это, а именно тяги на захвате. Попробуйте вот это. Я бы его не показал, слушай, если бы вот у нас здесь профтехобразование было и приезжали. Такой был популярный прием, я тогда в 80-е годы. Пошел там, посидел, и тут вот 5 человек дернул сборником. Как, вот так вот? Да. Только если он берет захват, уже поздно, конечно. А когда он ставит руку, только рука идет, раз крутанулся. По крайней мере, как бы, ну... Я как бы на соревнованиях тоже делал, но не великого масштаба. Тормоды, все, встали, закончились.
повторить или что-то повторить из того, что показывали? То, чтобы дать ему сейчас партнеры, как... Партнеры побороться? Да, чтобы показать, что все попробуют. Борьба партнер? Да, как... Ну, может так, чтобы не особо сопротивляться, можно как бы повалять, подавить друг друга в партнере. Это сейчас репетатор. У нас Пашенко... Две по 5 или 3 по 5 сколько? Нет, одну по 6. Одну 6, ну давайте, ребят, одну по его. Не за что пускай. Ущипни. Тоже не тоже. Дай ему 100 лей. Скажи, дам 100 лей. Он отпустит, скажи, фиг тебе, блин. А не 100 лей. Пустил спину. Ложись на спину, ножки вперед. Чеза. Чисто шею душишь? Ну, чисто шею, помнишь. Да, интересно. Так, судья не заметил и... Ну, так Thank you.
Разрешите, разрешите, я убегу. Больше, тогда, тогда знаешь, а когда не знаешь, жопа должна чувствовать. Потому что... Сейчас. Самое слабое место в этом месте.
мы еще такую штуку. Мы с вами сейчас делаем, уже вот эти перетяжки, все это да? Вот, можно прямо с рукой помогать или держать. Опять поворотом корпус. Он защититься не может. Раз, рука сюда. Все может делать. Ничего не может делать. Кожа с падением, можно раскрутить. Вот так шахнуть. Как шарахнуть. Очень жесткий прием получится. То есть это вот такие, если сказать, вещи из механики, из биомеханики. Попробуйте эту пару вещей. И, конечно, больше. Но вот лоб, например, опять же я вам рекомендую, если можете, второй слой не использовать его. Вот, видите. Понимаете? Можно сюда. За счет этих всех вещей организм. Можно совершенно это промахивать. Ну, или разрушить его стойку, захватить. Ну, покрутить, и потом дальше пойдем, да? Да.
попадет, Олег. Потому что он знает. Thank you.
бедра стабильный. Голубо
наверное, упустил. Ой, видишь, Корнелий упустил. Ой, ну. Мик, да. Мик, моя, это моя,